арестовали мужчину, который подозревается в расправе над матерью-одиночкой и ее сыном. Друг семьи, по данным сыщиков, пробил своей жертве голову, а ребенка задушил, а потом всех исполосовал ножом. По данным прокуратуры Красноармейского района, жителю Челябинской области избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и предъявили обвинение по статье «Убийство двух или более лиц». Напомним, два окровавленных тела нашли накануне в частном доме в селе Брадокалмак. Убитые 45-летняя местная жительница и ее 14-летний сын-подросток. По данным сыщиков, они скончались от многочисленных травм. Женщине пробили голову табуретом, мальчика задушили полотенцем, а потом изрезали ножом. Как считают правоохранители, с семьей мог расправиться 31-летний местный житель. Он, по данным сыщиков, якобы был частым гостем в доме жертв. Между ними были отношения. Правда, свою связь пара не афишировала. Расследование продолжается, подозреваемый арестован.